Следующий вопрос. Галядману раи и затали фатбаду шия. Если человек работает пастухом, то есть пасет овец, и при этом некоторые из овец погибли, в то время как он их пас, является ли он несущим ответственность за это? Кали ибн Кудама фильмугни, говорит ибн Кудама в своей книге Аль-Мугни. Ла дамана аля раи фима талифа мин аль-машия ма лям ятаадда, ва ла наълему фихи хилафан. Говорит илля ани шааби. Говорит, пастух не несет ответственность за тех овец, которые погибли во время его работы, так, если он не приступил границ, то есть если он совершил, то есть гибель овец произошла без его вины. Говорит ибн Кудама, и не знаем мы в этом разногласии, кроме как от Ашаби. Фаину руя ангу анну бамма наррай. Передается Ашаби то, что он накладывал ответственность за это на пастуха. Валяна анну мутаман аля хивзиха. Но за нас то, что это стадо овец как бы находится под его аманой, как доверенное ему на хранение. Фалам йогман мин гейри таадди кальмуда. Поэтому он не несет ответственность за это, кроме как если приступит границы или допустит упущение. ولأن عين قبضها بحكم الإجارة فلم يضمنها من غير تعد كالعين المستأجرة. Говорит, а также то, что он является человеком в постановлении арендного или точнее наемного рабочего. И эти, как мы говорили, за эти вещи, что он ответственности не несет. كالعين المستأجرة فأما ما تلف بتعديه فيضمنه بغير خلاف. Если же эта овца, допустим, овечка, погибла по его преступным действиям или по его упущению, то есть по его вине, тогда он несет за это ответственность также без разногласий. Мислю ан янам аля саима ау ягфуля анга. Как если он спал и утерял каких-то овец, или оказался в забвении, так что некоторые овцы потерялись. Ау ятрука га татаба ат мингу ау тагиб ан назарихи ва хифзихи. Или оставил их так, без присмотра, что они отдалились от него, отдалились от его взора и его хранения. Ау ядрибха ларбан юсрифу фи, ау фи гайри мовдиъ ад-дарб. Или если он ударил какое-то животное сильным слишком ударом, или ударил туда, куда ударять не нужно. Ва ашба хаза мимма юадду тафритан ва таадден. И тому подобные ситуации, которые считаются за вину, то есть за преступление границ или за упущение. Значит, пастух несет ответственность за овец, которые погибли в то время, как он находился на работе или нет. Говорит, если овца погибла или утерялась без его вины и без его чего упущения, тогда не несет ответственность. Если же произошло это по его вине, тогда ответственность несет. Далее.